فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Переходим на новую тему, и тема нашего сегодняшнего урока «Аль-Афгалю Л-Хамсату» – пять глаголов. Это «Яфгаляни», «Тафгаляни», «Яфгалюна», «Тафгалюна» и «Тафгалина». «Аль-Афгалю Л-Хамсату» – пять глаголов. Ранее мы узнали, что «Аль-Фиглю Л-Мударигу» – глагол настоящего времени в некоторых случаях бывает «Марфуун», также бывает «Мансубун» и «Маджзумун». «Хуа Явхабу» – он идет. Явхабу является глаголом настоящего времени. Фиалун мударион — глагол настоящего времени. Марфуун марфуа. Ваалямату рафаи аддаммату. И признаком его рафа это дамма. Окончание дамма. Явхабу. Явхабу — глагол настоящего времени. Хуа явхабу — он идет. Это глагол фиалун мударион настоящего времени. Марфуун — в падеже рафа. Ваалямату рафаи — и признаком его рафа это дамма. Ядхабу. Хуа лан ядхаба — он не пойдет. Ядхаба также является глаголом настоящего времени. Фиалун — глагол мударион настоящего времени. Однако мансубун, так как перед глаголом «язхаба» приходит частица «лян» и делает его мансубом. И поэтому он мансубун. «Ва алямату насбихи» — и признаком его насба это «фатха», огласовка «фатха». «Лян язхаба». И также «хуа лям язхаб» — он не пошел. Явхаб — окончание сукуном. Также глагол фиалун мударион настоящего времени. Однако маджзумун, так как перед глаголом явхаб приходит частица джазма и делает его маджзумом, то есть окончание сукуном. Ва алямату джазмихи ас-сукуну — и признаком его джазма это сукун. Итак, признаками патеджа аль-играба, грамматического разбора для глагола «явхабу» являются «дамма» «фи хали рафа» — в положении рафа, «аль-фатхату» «фи хали насби» — в положении насба, «ас-сукуну» «фи хали джазми» — в положении джазма. Однако есть несколько глаголов настоящего времени, для некоторых они не являются признаками патежа, то есть дамма, фатха и сукун не являются признаками патежа. Это пять глаголов: яфаляни, тафаляни, яфалуна, тафалуна и тафалина. Посмотри на ниже следующую таблицу и обрати внимание на глагол. Например, анти тафалина, тафали, антума тафаляни, тафаля, антум тафалуна, тафалу, хума яфаляни, тафаляни, яфаля, тафаля, хум яфалуна, яфалу, без нун. Ты обнаружишь то, что глаголы настоящего времени в таблице А оканчиваются буквой нун. Вот оканчивается буквой нун. Тафалина, тафаляни, тафалуна, яфаляни, тафаляни и яфалуна. Тогда как в таблице Б буква нун отсутствует. Тафали нун отсутствует. Тафаля, тафалу, яфаля, тафаля, яфалу. Вопрос в том, когда использовать одно,
а когда другое. Прочитай следующие примеры и постарайся сам найти ответ. Анти тадрусина. Анти является местоимением второго лица единственного числа женского рода. Анти тадрусина. Ты учишься. В этом примере нун присутствует, так как глагол тадрусина марфуун. Здесь, например, признаком рафа будет вот этот нун. Вот этот нун является признаком рафа в пяти глаголах. А что касается анти лян тадруси, ты не будешь учиться в будущем. Здесь, например, тадруси нун отсутствует, так как перед глаголом тадрусина приходит лян. Лян является частицей насба, приходящей перед глаголом настоящего времени, является глаголом настоящего времени мансубун, так как перед ним приходит лян, частица насба, и лян приходит перед глаголами настоящего времени и делает их мансубом. И глагол тадруси из пяти глаголов, и перед ним приходит лян и делает его мансубом. Однако признаком его насба является удаление, стирание нуна. Здесь нун присутствует, так как тадрусина в падеже рафа, он марфуа, и признаком его рафа это субуту нуни, оставление, подтверждение нуна. А здесь, наоборот, удаляется нун, когда приходит частица насба. Говорите лян тадруси. Ни в коем случае нельзя сказать лян тадрусина. И поэтому говорите лян тадруси. Фиалун мударион. Тадруси – глагол настоящего времени. Однако мансуб, так как перед ним приходит частица насба. Ва алямату насби, и признаком его насба хаффу нуни, стирание нуна. Или анти лям тадруси, ты не училась в прошлом. Здесь, например, перед глаголом тадруси приходит частица джазма. Частица джазма. Лям приходит перед глаголами настоящего времени и делает их маджзумом. И здесь также делает маджзум глагол тадруси. Основа был тадрусина, стал тадруси, нун стирается, так как признаком джазма это стирание нуна. Так же, как в положении насба. Лям тадруси, фиалун мударион, маджзумун биллям. Маджзум по причине лям. Ва алямату джазмихи, и признаком его джазма что? Хаффу нуни, стирание нуна. И также антума тадрусани, вы обе учитесь. Тадрусани фиалун мударион марфуун, глагол настоящего времени марфуа. Ва алямату рафхи субуту нуни, и признаком его рафа – это оставление нуна. Антума лян тадруса – вы не будете учиться обе. Тадруса фиалун мударион мансубун билян, мансуб по причине лян. Ва алямату насбихи хаффу нуни, и признаком его насба – это удаление нуна. Основа – это тадрусани, стал тадруса. Почему нун стирается в этом примере? Так как глагол тадруса из пяти глаголов. Антума лям тадруса, вы не учились обе также. Тадруса фиалун мударион маджзумун билям, маджзум по причине лям. Ва алямату джазмихи хаффу нуни, и признаком его джазма также стирание нуна. Антум вы мужчины тадрусуна учитесь. Фиалун мударион тадрусуна марфуун, ва алямату рафхи субуту нуни, и признаком его рафа это подтверждение или оставление нуна. Антум лян тадрусу, вы не будете учиться.
تدرسو بزنون فعل مدارع منصوب بلن глагол настоящего времени منصوب по причине лян وعلامة نصبه حذف نون и признаком его насба это удаление нуна أنتم لم تدرسوا вы не учились تدرسوا فعل مدارع مجزوم بلام مجزوم по причине лям وعلامة جزمه и признаком его джазма حذف نون удаление стирание нуна هما يدرسان они обе учатся يدرسان فعل مدارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت نون и признаком его рафа это оставление нуна هما لن يدرسا они обе не будут учиться يدرس فعل مدارع منصوب بلن по причине лян وعلامة نصبه и признаком его насба حذف نون стирание нуна هما لم يدرسا يدرس فعل مدارع مجزوم بلم глагол настоящего времени مجزوم по причине لم وعلامة جزمه حذف نون и признаком его джазма это удаление нуна هم يدرسون они учатся мужчины فعل مدارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت نون глагол настоящего времени مرفوع и признаком его рафа это оставление подтверждение нуна هم لن يدرسوا они не будут учиться فعل مدارع منصوب بلن علامة نصبه حذف نون стирание нуна признак его насба так как перед ним приходит лян هم لم يدرسوا يدرسو глагол настоящего времени فعل مدارع однако مجزوم بلم по причине лям وعلامة جزمه и признаком его джазма что حذف نون стирание нуна так как эти глаголи являются из пяти глаголов глаголи в первом таблице марфуатун или мансубатун или маджзуматун марфуатун оканчиваются ли они буквой нун или нет оканчиваются они буквой нун глаголи во втором таблице мансубатун или марфуатун или маджзуматун мансубатун так как перед ними приходит частица лян оканчиваются ли они буквой нун или нет не оканчиваются нун стирается в падеже насб и джазм глаголи в третьем таблице маджзуматун или марфуатун или мансубатун маджзуматун оканчиваются ли они буквой нун или нет не оканчивается ответ глаголи в первом таблице марфуатун и они оканчиваются буквой нун и поэтому про каждый из них мы говорим фиалун мударион марфуун وعلامة رفعه ثبوت نون глагол настоящего времени مرفوع и признаком его рафа это подтверждение или оставление нуна словосочетание ثبوت نون означает что нун присутствует что касается второго таблица то там глаголи являются мансубатун и буква «нун» в них отсутствует, то есть стирается. Поэтому про каждый из них мы говорим «фиалун мударион мансубун» – глагол настоящего времени «мансуб» «ва аламату насби» и признаком его насба «хазфу нуни» – это стирание «нуна». Словосочетание «хазфу нуни» означает, что «нун» стирается, то есть отсутствует, исчезло. Что касается третьего столбика, там глаголы являются маджзуматун, и буква нун в них отсутствует. Поэтому про каждый из них мы говорим фиалун мударион маджзумун, глагол настоящего времени маджзум, ва аламату джазмихи, и признаком его джазма хазфу нуни удаление также нуна. Таким образом мы можем сказать,
признаки падежа, то есть играба, у этих пяти глаголов «аль-аф'алю л-хамсату» отличаются от других глаголов. «Алямату рафа» – признаком их рафа «субуту нуни» – это подтверждение нуна, то есть оставление нуна. «Алямату насбиха» – и признаком насба этих глаголов «хазфу нуни» – это стирание нуна. «Алямату джазмиха» – и признаком джазма этих глаголов также «хазфу нуни» – стирание нуна. Продолжим в следующем уроке, иншаллах. Субханака ва бихамдика. Ашхаду ля илля анта астагфирука ва атубу илейка. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.